Всем приветики! С вами канал Артмания. У меня началось ночное жорство. Нет, на самом деле сейчас, ну да, почти ночь или вечер. Если мне смотреть, лежит чебурек. Я покупала долгое время чебуреки в одном и том же месте. Они были обалденно вкусные. Тут вот зажаристые, они прям были поджаристые, такие классные. А в прошлый раз пошла в другое место, но мне было рядом просто там проходить. Купила, там были пересоленые. Та же самая пекарня, так же называется, Бика, но были пересоленые. Вот, в этот раз я уже пошла в свою, купила. Не представляете, здесь уже пересоленый и острый. Острый, представляете? То есть его съела, и на конце я почувствовала острый, как будто там... горошины, вот эти перчики, помните? Как будто у него целая горошина попалась прям под зуб. И она попала на десну. Блин, это так неприятно. Я решила съесть сейчас второй, чтобы не мучить себя завтра. Уж лучше я его доем, больше не пойду туда покупать чебуреки. И так платишь за штуку 50 рублей, так еще она такая плохая стала. Жалко. Те были прям обалденно вкусные. Вот, тут параллельно... А, полы помыл. О, сейчас я вам покажу, как я помыла полы на кухне. Сегодня, конечно же... А, ну сейчас вечер, да, целый день прошел. Мастер у нас сегодня не пришел. Видимо, в загул ушел. Вот, смотрите. Видно? Или, наверное, так будет видно. Вот там, видите, они... такими вот кругами. Я собирала всю эту грязь. Здесь он работал. То есть он позавчера был. Был. Он тут от цемента. Позавчера он цементом тут вот. Ну, шпаклевка. Там не помню, как это все называется, сделал. Вчера он сделал беленьким. Вот тут вот все. Розетку тоже поменял. Поставил. Там что-то с ней проблемы. Что-то это. Затычка для розетки не залазит, короче, туда. Надо ему будет сказать, напомнить. Вот. И сегодня он должен был прийти пошкурить. То есть я не мыла полы, как раз специально оставила, чтобы он пошкурил. Там вон разводы видны, видите? Чтобы он пошкурил и потом помыть полы. Он сегодня не пришел, и представляете, у него... У меня, кстати, он там видно. И у него, короче, выключен телефон целый день. С утра ему позвонила, выключен. В обед позвонила, выключен. Вечером мама звонила уже со своего, выключен. То есть телефон просто выключен. Человек просто исчез. А что случилось? Что вообще произошло? Куда он делся? Почему он не пришел? Блин, я не знаю, это что-то с чем-то. Получилось как раз сегодня. Вчера вот он был. Он мне выпросил, ну, попросил деньги. Как бы он уже отработал их. И попросил деньги. Сказал, что он купит пиво. Но я не придала этому значения. Я подумала, что он в выходные же пил пиво, значит, он среди недели не будет. Вот. Ну и дала деньги. Короче, он взять напился и ушел в загул. Запой, запой. Не загул, а запой. Ушел в запой, короче. И, наверное, это... А мы торопимся. Мы торопимся. Блин, вы видите, мы живем здесь без кухни. Нету кухни. Блин, без нее так плохо. Я не знаю, это что-то с чем-то, правда. Здесь стоит фильтр, но сегодня я не стала здесь набирать воду. Добавку у нас вот здесь вот подкапывает. Уже капнула, наверное, капелька. Вон. А, ну набралось не так много. Сегодня с утра я проснулась, то есть за целый день вчера, и за ночь, ну, там прилично набралось. Там чуть-чуть, в два раза или в три раза побольше было, я вылила. Вот там немножко есть, уже набралось где-то, наверное, с обеда. И, честно говоря, это очень-очень-очень ужасно. Сегодня еще по потолкам приходили. Мы будем натяжные потолки здесь делать. Ой. Они, я не знаю, дня 3-4, что ли, там где-то делают. Не знаю, через сколько они должны прийти. А тут мастер должен прийти пошкурить. Честно говоря, я уже хотела сама начать шкурить. Я думаю, если я сейчас пошкурю, тогда хотя бы грязи не так будет. Вон, видите, там мешочек, он трясется. Все слышно здесь. Думаю, тогда, может быть, он... Придет уже, начнет... А, у нас полы, да, здесь полы у нас неровно. Здесь, получается, у нас к подоконнику как бы завышается вверх, а от подоконника как бы как горка вниз. Вот, из-за чего мы начали делать ремонт. Полы в основном, да.
И думаю, тогда он займется полами. Но я не помню, где он шкурил, а где нет. То есть я не помню, шкурил он эту стену вот или нет. На вид она такая... Хотя нет. Ну, где-то местами гладкая. Ну, блин, не знаю. Может, завтра объявится. Не знаю. Короче, это ужасно все. Вот так ломаем посуду. Я ее в тазике сначала замачиваю, потому что мне некогда ее помыть. Быстро-быстро укладываю ребенка, быстро я сейчас там монтирую, сейчас я помонтирую, покушаю, набегу просто, кушаешь, помою посуду, и все. И спать. Короче, все так вот. Такая у нас жизнь. Тут кухонный гарнитур. Разобратый стоит. Должен был ремонт затянуться только на одну неделю, но из-за его загулов, запоев вернее, запоев, да. Я не знаю, насколько это затянется. А самое ужасное, знаете, что? Что там у меня находятся цветы, и я не могу к ним подобраться. Хорошо, что перед тем, как разобрать кухонный гарнитур, в этот же день, по-моему, даже, я полила все цветы. Вот. И я как раз одевала ребенка и не успела ему сказать, чтобы он мне сделал вот тут вот оставил дорожку. Ну, там прям на самом конце очень много мебели стоит. Ну, не знаю, если вдруг что-то, может быть, я смогу там пролезть как-то к цветам. Ну, скорее всего, придется в конце недели, уже через несколько дней, пролезть и полить хотя бы авокадо. Потому что они у меня стоят в воде, и они, скорее всего, ее уже допивают некоторые. Вот, особенно те, которые уже зелененькие стали. Надо было их забрать, конечно, к себе. Ой, блин. Короче, так вот. Такие у нас плохие дела. Не знаю, надеюсь, что завтра он все-таки придет. Очень надеюсь на это. Хоть бы, не знаю, смс-ку написал бы. Там. Блин, тут тоже вон эту шкафку сняли. Там что-то. Ой, не знаю, посмотрим завтра. Какой день недели будет послезавтра? Будет пятница. Пятница. А ты до этого сказала понятница. Да? Да. Нос не трогай. Кушай. Всем привет, с вами канал Артмания. Димочка спрашивает. Каждое утро у меня какие-то недели. Какой день недели сегодня, вчера, позавчера будет, какой завтра. Мы изучаем с ним это, да? Да. Пока вот у нас на кухне ремонт делается, и пока что у нас вот так вот в комнате все находится. Здесь уже ремонт сделали, красивые обои в Диминой комнате тоже сделали. Осталась кухня и коридор. Коридор, мне кажется, будет самое сложное. Хотя... И папе рядом. Хотя он тоже почти уже сделал. И мы тоже, но папе рядом. Ну, папа-то сделано в комнате, там все. Ремонт уже есть. Да нет, ремонт там старый обои, там оторвался там. Угу. Там и это ремонт. Да. Угу. Кушай давай, кушай. Повернись туда. Покушай быстрее. Сейчас Димочка будет танцевать у нас. У нас по утрам танцы, потом мы мультик, где ему хочет посмотреть. Какой ты хочешь мультик? С чебурашкой, да. У нас есть... Кушай, кушай, запивай. У нас есть из киндера маленький чебурашка достался маме. И вчера он спросил, что это, мама. Представляете, чебурашка с такими большими ушами. Я говорю, это игрушка, чебурашка. Был мультик такой советский. Я говорю, тебе должно понравиться. Говорит, ты мне напомни завтра про мультик чебурашку. Я тебе включу. Я была на 100% уверена, что он забудет. А он с утра помнит. Я уже не помню, а он помнит. Да? Да. Кушай давай. Дима сегодня запеканка, а на обед я буду варить кашу. Ну вот у нас сегодня среда, четверг, пятница. На 3 дня надо сварить, наверное. Да? Да. А, ну как раз там и получается 3 дня. Сегодня будем варить в мультиварке. Танцы буду сегодня смотреть. Да. И танцы будет Дима смотреть. Дима танцует очень красиво. У нас, кстати, появился канал в ТикТоке. Наконец-то. Я думала, я уже старая для этого всего, но нет. Наконец-то у нас появился, да? Да, я
ремонт плюс. Не ремонт, а новый канал в ТикТоке. Еще, я думаю, в лайки тоже, наверное, надо. Да, в лайки. Зарегистрироваться, да? Да, в лайки. В Яндексе у нас есть. Да, и основной в Ютубе. Скажи лайки, 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 ставьте лайки. Скажи, я вас всех люблю, мои дорогие подписчики. Да? Да. Дима сегодня будет танцевать, Дима сегодня оденет маечку. Вот, у него уже температурки не так ощущается, как это было недели две назад, наверное. Кто помнит, мы болели очень сильно. Не знаю, что мне делать. Не, ну почему ты оденешь маечку, будешь в маечке танцевать, а то ты наполовину голой танцуешь почему-то у меня. Так, все, давай, кушай. Дима, кушай. Тут я тут рисовала. Не знаю, сегодня успею порисовать или нет. Кофе пью. А, кофе, представляете, заварила холодной водой. Думала, что чайник скипел, думала, что он подключен с утра. Заварила, а он у меня, короче, взял тут кофе, сплыло. Это я смотрю, не поняла. Потом трогаю стакан, а он холодный. Блин, так обидно. Я, короче, его залила он туда в чайничек. Че, научился? А ты тренировался за выходные? Это лаза, а не нить, это лаза.